предгорьях Алматы есть место, которое стоит посетить хотя бы раз. Это единственный в Казахстане питомник редких хищных птиц. Часть из них используют в традиционной соколиной охоте, другую выпускают на волю, чтобы пополнить количество птиц в дикой природе. У туристов есть потрясающая возможность под надзором специалистов познакомиться поближе с этими невероятными созданиями. Основное направление, то есть это разведение редких видов хищных птиц, внесенных в Красную книгу Казахстана, то есть находящихся под угрозой исчезновения. То есть одной из целей питомника, то есть это восстановление численности этих хищных птиц. У нас вот была программа по выпуску сокола Баломана на юго-востоке Казахстана. То есть в течение нескольких лет мы выпускали всего, то есть за этот период было выпущено почти 800 соколов Баломана в природу здесь, в различных местах, то есть в Алматинской области. Сейчас вот занимаемся выпуском беркута. У нас, то есть, всего 13 видов хищных птиц, которые мы здесь разводим. То есть это все крупные сокола, то есть 4 вида. Кречет, баломан, сапсан, шахин. То есть, ну, 4 крупных сокола. Всего соколов у нас в Казахстане 8 видов. То есть вот 4 этих вида, они внесены в Красную книгу. Вот мы их разводим. Помимо этого еще есть орлы. То есть также разводим орлов, это непосредственно беркут, кроме него степной орел есть, орел-могильник, грифы, сипы, кумаи. То есть птицы из отряда совиных, то есть филины. То есть стараемся разводить всех птиц, которые, ну, крупных хищных птиц. Немного истории. Питомник был создан в 1989 году с целью восстановления популяции сокола Балабана и Сапсана. Вот уже несколько десятилетий здесь занимаются природоохранной, научной, охотничьей и туристической деятельностью. Оно не случайно было выбрано именно из-за, скажем так, местонахождения, то, что это горы. Здесь зимой нету сильных морозов и летом нету сильной жары. То есть очень комфортный климат, хотя это место не является естественным местом обитания балобана, но все-таки для содержания в неволе это место, оно комфортное. Потому что сделай питомник где-то в нижних районах города, там, ну, температура летом достигает 40-45 градусов. Эта птица очень тяжело это переносит. И зимой там намного холоднее, чем здесь. Не было привязки к городу. Естественно, потом мы это уже ощутили, что привязка к городу обязательно, потому что питомник ежедневно требует, ну, каких-то покупок, то корма, то медикаментов, то еще что-то. Потом люди, которые работают, у нас часть людей живет на территории питомника, часть приезжает на работу. То есть это тоже фактор очень важный. Но место выбиралось только смотря на хотелки птиц. То есть в первую очередь пытались доставить комфорт в содержании именно птицам. Первоначально большая часть птиц была приобретена в алматинском зоопарке, несколько особей в московском. На сегодняшний день у нас скопилась лучшая коллекция балобана в мире. То есть эта оценка не наша личная, мы тесно сотрудничаем с зарубежными заводчиками, которые тоже содержат питомники. И по их оценке у нас, наверное, самые лучшие балобаны в питомнике, чем в мире. Почему это, скажем так, получилось? Потому что европейские питомники, они зациклены на продажу. То есть арабский мир и европейские страны, они с удовольствием приобретают птиц для разведения, для охоты. И то есть ежегодно заводчики, скажем так, немножко меняют свое направление в разведении. Сегодня ценятся одни птицы, они разводят их, завтра интерес пошел к другому виду, они разводят другой вид. Мы все-таки нацелены на, во-первых, чистокровные виды птиц, и потом мы нацелены на выпуск в природу. То есть мы понимаем, что природа страдает от каких-то браконьерских выпадков. Мы все-таки и от себя выпускаем, и думаем все-таки, что
появится какой-то момент, когда наши птицы могут помочь природе Казахстана. Довольно много сил и средств вкладывается в содержание птиц. Ведь им необходимы особые условия и неустанное внимание профессионалов. Хищные птицы, если ты не предоставишь комфортные условия проживания, никакая птица не будет размножаться. Мы с каждым годом набираемся опыта, то есть мы наблюдаем за птицами, мы видим, что неудобно, в каких моментах птице жарко или холодно, или ей неудобно сидеть, или гнездо неудобно. То есть мы ежегодно что-то переделываем, что-то пробуем новое, экспериментируем. Если на 2-3 примерах мы видим, что наше новшество улучшает, скажем так, проживание птицы, то, естественно, мы по этому принципу переделываем все вольеры. Разведение имитирует природный процесс. В первую очередь готовится специальный вольер. Для каждого вида птиц разработаны собственные критерии. К примеру, беркуты обитают в скалах. Могильники живут только на деревьях. Потому, чтобы создать им условия, вольер необходимо возводить вокруг дерева. А вот комфортно расположить балабанов достаточно просто. Они гнездятся как на деревьях, так и на камнях. Также грифы, они живут, во-первых, колониями. Тоже, то есть у нас вот огромный вольер, сделанный специально под колонию. Ну, есть, конечно, свои секреты, которые мы не можем сказать. А так, в принципе, все делается так, как в природе. То есть подбираются максимально природные условия, чтобы птица себя чувствовала так же, как в природе. То есть, ну, кормление, то есть это основной фактор. То есть хорошее кормление, уход, птицы начинают размножаться. Сегодня в питомнике примерно 500 птиц. Большая часть из них – соколы-балабаны, около 360 особей. Основной виновник уменьшения популяции редких хищных видов – человек. Сыграли свою роль не только браконьеры, но и рядовые любители охоты, которые по незнанию разоряли гнезда, подбирали птенцов и истребляли взрослых птиц. В подобных случаях размножение птиц нельзя оставлять на волю случая. Нужен системный подход. Допустим, если взять беркута, беркуты откладывают в природе, то есть 1-2 яйца. Здесь также они откладывают 1-2 яйца, но в природе чаще всего вылупившийся птенец, который вылупляется первый, все хищные птицы, они начинают насиживание с первого яйца, то есть она отложила первое яйцо и начинает насиживать. Допустим, через 2-3 дня откладывает второе яйцо, начинает насиживать, и поэтому вылупляется птенец с разницей, птенцы вылупляются с разницей в возрасте, то есть от 2-3 дней. И старший птенец чаще всего, то есть младшего, либо скидывает с гнезда, либо то есть, заклевывает. Здесь, конечно, не так. Мы, то есть, если птица молодая, ну, пара, допустим, молодая, мы стараемся яйца, которые она отложила, мы забираем, ложим в инкубатор. В инкубаторе, то есть, уже происходит инкубация, где птенцы вылупляются. Потом этих птенцов мы подкладываем уже другим парам, ну, более старым, там, скажем, уже опытным, которые у нас проверены, то есть, кормили уже не первый год. То есть, подкладываем им. Что касается балобана, то есть то же самое, конечно, мы балобана в природе, допустим, он откладывает от 3 до 5 яиц. Ну, здесь у нас есть пары, которые нам могут дать за сезон, так скажем, по 3 выводка. То есть они откладывают, так скажем, первую кладку, мы ее забираем, ложим в инкубатор. Они откладывают вторую кладку повторную, мы ее также забираем, ложим в инкубатор. Откладывают третью кладку, мы уже оставляем. То есть вот третью повторную кладку они уже сами высиживают. А потом этих птенцов с первой, со второй кладки, то есть мы распределяем уже, то есть тоже по другим парам, то есть проверенным, которые уже кормили. Молодых птиц нет, мы первый год, то есть не трогаем, они сами. Допустим, самка молодая, если начала нестись, то мы ничего не трогаем, она как отложила, то есть сама высиживает и выкармливает птенцов. Так называемые проверенные пары в сезон способны выкормить 2-3 выводка, а некоторые из птиц и вовсе удивляют своим развитым родительским инстинктом. У нас вот есть степной орел, тоже самка. Она вот откладывает яйца, мы эти яйца у нее забираем, ложим в инкубатор, а ей подкладываем птенцов. То есть она у нас выкармливала уже все подряд. То есть она выкармливает все, что ей не посадишь. Мы садили грифов, садили соколов, садили беркутов.
То есть эта птица кормит все, что находится в ее гнезде, она все выкармливает. Чем птицы старше, чем они опытнее, тем то есть, они лучше выкармливают, и то есть падежа не бывает. Молодые, конечно, бывают. Бывают, то есть где-то, если вот у нее 5 птенцов, весной, допустим, ранней весной холодно еще, но бывает один птенец вот в сторону отполз немножко в гнезде. То есть она его не накрывает, вот она сидит. А старые пары, то есть они видят, что птенец замерзает, в сторону отскочил там от леса. Она его подтаскивает, ложит под себя. То есть, ну, со временем, конечно, потом и молодые так начинают. Но первый год они пока еще так неуклюже, так скажем, заботятся. Сотрудники питомника создают для птиц условия, близкие к естественным. Но если речь идет о размножении, возможно и форсирование событий. К примеру, если искусственно увеличить длительность светового дня, спаривание начинается раньше, что положительно сказывается на росте популяции птиц. В среднем, так скажем, ежегодно у нас вылупляется от 150 до 180 птенцов высокого болота. Ну, где-то 30% мы выпускали. В сбирку там мы сейчас выпускаем всех вылупившихся у нас. То есть у нас вот три взрослые пары, которые на размножении. То есть вот сколько у них рождается птенцов, допустим, 4, 3, 5, мы их всех выпускаем. На самом деле выпуск птиц на волю требует серьезной подготовки. Особь, выращенная в неволе, должна не только быть физически развитой, но и уметь охотиться. К слову, в центре работают не только с собственными питомцами. Мы еще и имеем прямое отношение к выпуску диких птиц, так как питомник является, скажем так, местом передержки контрабандных птиц. Мы вплотную работаем с органами, и когда где-то происходит случай задержания браконьерства, задержания контрабандных птиц, либо это аэропорт города Алматы или другой любой аэропорт республики, либо это какие-то браконьеры, которые где-то поймали в степи, то 99% птицы на передержку поступает к нам, потому что в Казахстане сдать больше птицу некуда. И в дальнейшем, когда проходят все судебные моменты, мы участвуем в выпуске этих птиц. Но когда птица дикая отсидела в вольере полгода или год, ей обязательно нужна подготовка, потому что она ослабевает, она не может летать так, как в природе летает. Мы, во-первых, занимаемся, когда нам говорят, что скоро будем выпускать, мы занимаемся птицей, готовим ее к выпуску и потом участвуем в этом. В числе изначальных целей питомника не значилось привлечение туристов. Однако казалось неразумным упускать такой шанс. Раньше питомник был закрытой территорией, то есть сюда пускались только сотрудники, и никаких посторонних людей здесь не было. Но в одно время к нам стали поступать очень много писем, в основном от учебных заведений и от туристических фирм, потому что все на слуху знали, что где-то в Алма-Ате существует питомник хищных птиц. Приезжали зарубежные специалисты, им очень интересно было увидеть, как в Казахстане занимаются разведением. Наши жители проявляли интерес, но больше интерес проявляли школьные и высшие учебные заведения, потому что им необходимо было, скажем так, уроки биологии. И мы, естественно, им не отказывали, мы всех пускали, но это было все через письмо, через обращение, то есть все было сложно. И когда уже просто мы, скажем так, не справлялись с этими письмами, когда шли накладки, что две компании, которые хотят прийти и послушать экскурсию, допустим, отдельно, они попадали в одно время, мы просто в один момент открыли, скажем так, свои ворота и сделали доступ сюда свободным. Питомник не должен исчезнуть, не должен умереть. Поэтому мы, просчитав, скажем так, рентабельность, мы понимаем, что продажа птиц, которая производится один раз в год, она не может прокормить питомник весь год. Поэтому на нашей территории мы приняли решение организовать какие-то услуги. Мы проводим охоту. У нас есть свое охотничье хозяйство. То есть к нам можно приехать на охоту как на ружейную, так и на соколиную.
На нашей территории существует конюшня. То есть мы занимаемся конным прокатом. Туристы могут посмотреть наш питомник и выехать верхом в горы Заилийского Алатау и посмотреть природу там, посмотреть на город, скажем так, с высоты птичьего полета. Также у нас существует кафе, у нас существует гостиница, у нас существует ряд спортивных площадок, такие как волейбольное поле, футбольное поле. У нас существует бассейн. То есть все это сделано для того, чтобы питомник остался жить. Для того, чтобы принимать посетителей, необходимо было благоустроить территорию и улучшить инфраструктуру, а также расширить штат. С того момента, как питомник, как я ранее сказал, открыл двери, большой поток туристов появился у нас. И люди, придя сюда, изъявляли свои желания. То есть у нас до этого на территории был построен гостевой дом. То есть, когда питомник еще был, скажем так, закрытой территорией, к нам приезжали очень много наших партнеров с Европы. И так как мы находимся не в городе, неудобно было, мы проводили совместную работу, неудобно было каждый вечер уезжать им в город, рано утром приезжать, потому что работа в питомнике могла затянуться до 12, до часу ночи. Утром она начинается в летний период в 4 утра. И нами был построен гостевой дом, где наши туристы, наши, вернее, компаньоны могли оставаться ночевать. А с появлением туристов, вы понимаете, в любом общественном месте необходимо где-то перекусить, где-то попить чай. Так как мы находимся в красивом, экологически чистом месте, кто-то хочет остаться ночевать. У нас в штате есть гиды, которые проводят экскурсии. Про каждый вид они рассказывают. Как я уже ранее сказал, у нас сейчас содержится 15 видов хищных птиц, начиная от самой маленькой совы с плюшки и кончая очень крупной птицей черным грифом. То есть мы содержим вот эти виды, и у нас можно получить полную информацию об этих хищных птицах. За развлечениями и новыми знаниями сюда охотно едут как местные туристы, так и иностранные. И с каждым годом их становится все больше. Но если, конечно, брать с того момента, как мы открылись, и сейчас, поток увеличился, конечно, в сотни раз. Сейчас мы замечаем по своей, скажем так, территории, что в Казахстан, в принципе, стало приезжать намного больше туристов, чем ранее. Могу сказать, что за время существования, наверное, казахстанцы, всем, кому это интересно, наверное, все-таки 80% у нас уже побывали. Тот, кто проявляет более какой-то интерес, они, конечно, приезжают постоянно. Они привозят своих гостей, они привозят родственников. Тем, кому тема природы не очень интересна, они пришли, посмотрели и ушли. В данный момент основной массой туристов являются иностранцы. Казахстанцы тоже, конечно, продолжают, я говорю, посещать нас, но основная масса – это туристические фирмы привозят иностранных гостей. У нас на территории работает единственное в Казахстане шоу с хищными птицами. И так как это единственный вообще питомник в Казахстане, мы сейчас стали достопримечательностью города. С 2006 года в питомнике стали проводить представления с тренированными соколами и беркутами. Сейчас у меня на руке сидит лесной, или, другими словами, мохноногий сыч. Обитает он здесь у нас. Сейчас ему 1 год, это их полный рост. Живут они около 10 лет. На шоу выступает у нас мохноногий сыч, филин, сокол, орлан-белохвост, беркут, бородач и кумай. Очень часто мы видим, как пролетают грифы, как пролетают бородачи, беркуты. То есть все птицы, которые участвуют на шоу, они здесь обитают совсем рядом. Сейчас это единственное в Казахстане шоу с хищными птицами.
Поэтому многие туристические фирмы включают его в посещение Большого Алматинского озера в турах выходного дня. В представлении участвуют несколько видов хищных птиц, которые под руководством опытного орнитолога демонстрируют различные способы охоты. Наше шоу состоит из нескольких, так сказать, линий. Одна из них – это познакомить зрителей и вообще людей, какие бывают птицы, как они себя ведут и так далее. Мы показываем тренировку, как мы тренируем птиц, как мы с ними охотимся. Вот у нас беркут ловит, правда, живой мы ничего не ловим, он у нас ловит шкуру волка. Кстати, про беркута можно отдельно сказать. Это у нас знаменитый, он у нас с 2006 года работает. И практически все фильмы, которые снимает Казахфильм, это «Меч Победы», «Голос степи», «Путь лидера». Это все, если вы увидите в этих фильмах беркута, то это конкретно вот эта птица. То есть он уже снялся во многих художественных фильмах. Я раньше делал документальные фильмы, и у меня был учитель, который меня научил тому, что все должно развиваться. То есть фильм должен развиваться, наше представление развивается. У него есть разные каналы, как я сказал. То есть развивается от простого к сложному. То есть мы начинаем с того, что мы показываем птицу, которая вообще ничего не умеет делать. Это лесной сыч. Потом у нас птица просто прилетает на руку и так далее. То есть мы потом уже усложняем. Помимо зрелища, зрители получают информацию об истории казахских национальных традиций, образе жизни птиц и методиках их обучения. Я могу сказать о соколе. Тренировали мы его 2-3 месяца. Это сокол-птенец, то есть в феврале или марте. В феврале он родился. И вот летом мы его тренировали. Ушло 2 месяца, чтобы он делал тот же номер, что и нашел. Каждая птица, она очень разная, у них очень разный характер. Даже самка с самцом очень сильно отличаются. Если взять, например, беркута, беркут не клюется, например. Его, как сказать, у него рабочие только когти, да. Когда мы к нему подходим, он вас не клюнет, но он очень может резко схватить за руку. Если он сожмет, я не знаю, как он подумает, разожмет. Поэтому бояться нужно его, например, когтей, да. Орлан, он, например, даже если схватит, он не сожмет, зато он клюнет. Поэтому все птицы разные. Бородачи, которые летали, несмотря на их размер и такой внушительный вид, они очень доброжелательны, они сидят спокойно на руке, и у них не будет желания клюнуть вас. В нашей работе очень важно быть наблюдательным, смотреть на состояние птицы, на ее настроение и знать предварительно, на что способна птица. Right, so it was a brilliant performance. The presenter himself was really funny. Everyone enjoyed ourselves, and to see something different of various kings of the skies, you call them your vultures, your falcons, your owls, the variations in it, was really different for us to see and altogether get to know more about the history of the sky, the animals in the sky that we have, the birds of prey.
also it's something different altogether, and we really appreciate it. Thank you so much for that. The variety of birds was different, and the way they attacked on their prey was very good. Yeah, it was very good. Thank you very much. В развлечениях, предлагаемых питомникам, наблюдается определенная сезонность. Питомник, естественно, работает так, как в нем все живое. Питомник сам работает круглый год. Экскурсии, все это можно получить в любое время года. По поводу туристов существует сезонность, конечно. Бассейн работает только в летнее время. Шоу с хищными птицами у нас работает с марта по декабрь. Потому что потом здесь выпадает много снега, становится холодно. Так как оно проводится на открытом поле, то ну, людям некомфортно просто смотреть шоу, стоя в снегу и при морозе. Конный прокат работает круглый год, но, естественно, в зимнее время мало желающих. То есть в основном у нас туристическая деятельность, она связана с весенне-летним периодом. Зимой идет затишье, но зимой открывается охота, у нас появляются немного клиентов, которые приезжают к нам на охоту. У нас давно есть цель, и я уверен, что мы ее добьемся. Мы на территории питомника, давно у нас есть мечта сделать музей соколиного искусства. И как раз вот этот музей, он донесет до людей с самых давних времен, как зарождалась соколиная охота в Казахстане и на каком уровне она находится сейчас. Я думаю, что через какое-то время этот музей все-таки будет существовать у нас. Близость питомника к городу, продуманная развлекательная программа и тематическая направленность делают объект крайне привлекательным для туристов всех возрастов.